Огромный, друзья, приветос. Зашел в сэндбокс, короче, и тут написано каждые 5 минут. Тут снежный шторм, а каждые 7-5 минут у нас идет, знаете что? Удивитесь, но тот самый настоящий мифик-метеор. Поэтому класс. Ну что, реально это все есть тут? Это что такое? Это что, подожди? Это что за яичко? Лянь, просто обалдеть. То есть это настоящий мифик-шторм идет? Так, это уже интересно на самом деле посмотреть. Что у нас тут реально какое-то яйцо дают? А что это за яйцо вообще? Basic Hack? Mythic Hack? Что это нам откуда вы дали? Сейчас попробуем половить еще. Да, 2 бейзика дают. То есть снежинки, они по-настоящему тут есть. Ха, интересно получается. Так, кстати, надо будет посмотреть тот топы, как в этом, собственно говоря, играют в симуляторе. Так скажем, в сэндбоксе. Ну тут еще даже новых полок, кстати, нету, но зато тут есть вот эта вот вещь, которую я вам хотел показать. Это Evacuation, или удалялка, как хочешь называй. В общем, вот эта вещь вам, собственно говоря, раньше заменяла, собственно говоря, пчелок. То есть раньше можно было тупо взять вот эту фигню, поднести и удалить пчелку раз навсегда. Теперь же можно просто так взять яйцо и на другую пчелку поставить, у тебя будет другая пчелка. Вот раньше так и работало, друзья. Зачем вам это знать? Ну, потому что знать надо. Так, сегодня у нас пинг-топы, и у нас топы здесь ничего такие. То есть, всего лишь пока до вот этого меда дошло. А, ну, в принципе, дошло, просто еще он не загрузился. Всего лишь 42, ну, не, больше там, тысяч. То есть, он подгружается постепенно. Gravity Goes у нас в топах с большим каким-то числом. Это вообще непонятно, как он столько сделал. Так, это что у нас, покупка слотов? Серьезно? Да. То есть тут можно слоты купить. Equip for Blue Team. Что-то новая палка уже? А, нет. Ну ладно. Blackberry чем нельзя поговорить. Кстати, возможно, тут за картой что-то есть. Ну, кстати, тут знаете, что хорошо работает? Это та самая настоящая вот эта вот вещь. Собственно, летающая. Так, мне даже еще пчелок не дают, чтобы полететь на пушке. То есть даже какие-то проверки стоят. Обалдеть. Ну-ка, дверка. Дверку. Интересно, тут нельзя тоже попасть, если у тебя не куплено. А, нет, тут можно. Ну, это к лучшему. Хотя бы. Потому что, да. Удобно то, что нам дали парашют. Ведь без него вся жизнь сложнее в пчелах. Ты можешь тупо прийти вот на это поле и фармиться. Так. Дружище, если что, пиши, что снять, потому что по бесфарму с каждым днем и днем что-то тебе новое, интересное, сложнее становится придумать. Поэтому вот. Это, в принципе, видосик такой, в принципе, интересный, да. Но интереснее было, если бы ты мне что-нибудь подсказал. Что у меня есть, конечно, идеи, но это надо, наверное, использовать, когда уже вообще совсем-совсем ничего не будет. Потому что сейчас надо искать то, что не найдено. Ведь на готовое это, конечно, просто снять, да. Но мы же можем с вами найти то, что не готовое. Поэтому вот. Постараюсь, конечно. Но если что, пиши комментарий, может, тебе что-то интересное. Там, может, и не только тебе. Кстати, вот это вот в 2020 году в Бисмосе было, тут был мифик-подарочек. То есть, вот такое вот изменение у нас. А теперь сам ты знаешь, где этот подарочек 12-й лежит у нас над магазином Даппера. О, кстати, тут не рисается, если ты упал сюда. Вот так вот. Ну, в целом-то это вообще не проблема, на самом-то деле. Все, мы ресетнулись и сразу же появились. Да, только мы теперь не можем идти, да? Все правильно? В смысле. Ладно. Ну, кстати, что ради правды, каждые 5 минут реально идет снегопад. Поэтому вот. О, у меня сейчас бафы появились на некоторое время, и они исчезли. То есть тут что-то скрыто еще. Ладно, друзья. Вот такой видосик получился. Вы узнали, что в этом, собственно говоря, сэндбоксе есть снежочек, удалялки и все в этом духе. Можете играть, можете не играть. Он, конечно, работает немножко странно. Но все почти, кроме олдового бисфарма, работают странно. Но в целом это все нормально. Все, благодарю за просмотр. Ставьте лайк, ссылочка в игру в описании. В принципе, тут все нормально, все красиво. Можете исполнять себе. Пчелка, конечно, уже не такие старые, как были. Но в целом нормально. Так что, друзья, увидимся в новых видео. Всем всего наилучшего. До скорых встреч. И когда-нибудь, наверное, тут лаги пройдут. Тут даже есть фидбэк идеи, баг-репорт, поэтому есть что можно писать. Все, давай, до скорых.
Yeah.